Хотела отойти, сейчас вам еще сниму кое-что. Смотрите, бедные собаки. Хвосты покрасили, лапы покрасили, уши покрасили. Как вам? Красный хвостик. Такие вот собачки. Да-да. Вот в Вьетнаме такая мода. Красить собак. Еще один. О, Господи. Лапы постригли. Манжеты покрасили, уши покрасили. Извините, а на жопе рыжий хвост. О, нет, вот у этого хвост не крашеный. А хватит тебе. О, все коробки уделал. Вот такой вот. С добрым утром. Сначала. Жару особенно, да. Все такие стриженные, чесанные и с крашенными ушами. Доброжелательные песики. Кстати, мягкий такой доброжелательный песа. Господи, ласковый, как кошка. Пес, привет. Да, сейчас прям. И чё? Нет, пес, у меня тут другие планы. Да, сейчас прям напрыгнул. О, Синтиал. Все, охраняем. Розовые уши охранные. Желтые уши, розовые уши, оранжевые уши. Слушайте, такие веселые три собаки. Да вообще, сейчас прям. Ух ты. Синтиал. Да сейчас, чего вы на меня прыгаете-то? А, вон ваша кормушка. И да, ты сейчас прям. Ты какой? Вот чай, бамбук, доброе утро.